Посмотрите, какой интересный сорт розы. Я, к сожалению, не знаю название, потому что куплена была на рынке по 120 рублей. Но удивила. Смотрите, чем удивила. Какие резные листочки. Каждый листочек резной. Но настолько красивая, и она не мелкая. Не очень крупная, но и не мелкая. И вся усыпана бутонами. Таких у нас вон два куста. Ну просто шикарная. Обалденная. Кто знает название этой розы, напишите, пожалуйста, в комментариях. У нас на рынке продают там. Обещали вообще желтые, но выросли розовые. Но я не разочарована. Единственное, не знаю название сорта. А эта розочка плетистая. Покупала ее за 450 рублей. Тоже женщина на рынке предлагала. А я говорю, да не знаю, наверное, будет красная опять. Она говорит, нет, я обещаю, что будет желтая. Ну, бывает, что на рынке обманывают. Розочки не крупные, мелкие, но они настолько ароматные. Вот я сейчас стою, и такой приятный аромат. Вот обрабатывали, а лазят вредители. Сегодня еще будем обрабатывать. И, кстати, тоже, смотрите, краешек не ровный, а резной. И вот будут бутоны. В том году был всего один цветочек, а в этом году вот бутоны. Когда будет большая, нужно будет опору под нее делать. Такая вот прелесть. Как я люблю желтые розы. Но они мне редко попадались на рынке. Наконец-таки мне попалась чайная роза. Хочется купить недорого на рынке. Раньше можно было купить дешевые розы узбекские, и с сортами не обманывали. А сейчас многие на рынке обманывают. Я всегда покупала желтые и вот такие вот чайные розы, но всегда вырастали красные. Ну, иногда розовые. А теперь у меня есть и желтые. В этом году в магазине купили сортовые, в питомнике купили сортовые. Ну, и вот такая вот тоже розочка. Посмотрите, у нее вроде как будет махровая серединка. Очень похожа на розы Дэвида Остина. У меня одна такая есть. Если будет такая, это вообще будет шикарно. Вот роза Дэвида Остина, английские розы. У них вот такая вот серединка. А когда только распускается бутон, он вот такой вот обычный. Но видно уже, что серединка скрученная. Вот вроде у меня кремовая тоже там такая будет. Этот уже отцвел. Ой, я так люблю, когда отцветает и по грядке лепестки. Так красиво. Отрываем бутон, потому что будут открываться следующие. Вот когда она в полном распуске, вот такая красота. Ветер у нас сегодня очень-очень сильный, не дает снимать. Как раз розы цветут, нужно снять.